Этот стэм не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим ничего в этой жизни. Криминальный детектив Шерлок Холмс и доктор, мы его теряем, Ватсон. А неплохой чай у миссис Хадсон. По мотивам произведения Артура Конан Дойля. Холмс, а что там с делом об ограблении банка? Все в порядке, Ватсон. Мы вне подозрений. От создателей папки видео на диске С. Миссис Хадсон, что это на вас? Порша, сэр. Вам идет. Постановщик драк Филипп Киркоров. Кстати, мой внук вчера сделал первые шаги. В смысле? Да пошел он. Оператор слева. Читайте в газетах! Паника в Лондоне! Профессор Мориарти украл все успокоительное! Когда я поймаю Мориарти, я сяду и убью его. Ну или наоборот. Алло? Я же говорил, не звоните сюда больше. Звонили из Букингемского дворца. Кто? Букины. Убийство ради наживы. Профессор Мориарти убил рыбака и забрал червей. Холмс, отгадайте загадку. Коварный злодей, которого все ненавидят. Начинается на М, заканчивается на И. Мавроди. Королеву! Королеву! Едет, едет, едет. Прижмитесь к обочине. Холмс, что это? Королевский кортеж. Странно, я думал, спецкрикунов запретили. Кстати, Ватсон, а вы за кого голосовали? За шпроты. Да вы консерватор. Профессор Мориарти поставил все свои деньги на московский «Спартак». Так сказать, все на зеро. Холмс, ваша скрипка. Но почему она такая большая? Это же элементарно, Ватсон. Она китайская, упала в кипяток и разбухла. Холмс, а спойте что-нибудь, да со смыслом. С удовольствием. Нет, со смыслом. Хорошо. Циничная, практичная. Хорошие ботинки остались после Вани. Хорошие ботинки, ну зачем в них хоронить? Оденьте лучше сланцы, ему уж не до танцев. Ну а я в этих ботинках пойду на юбилей. Холмс, чуть не забыла, там в прихожей труп. Пусть войдет. Профессор Мориарти готовит новое покушение! Новое покушение готовит Мориарти с целью, чтобы убить... Холмс, к вам профессор Мориарти. Пригласите его. Ну вот я и нашел вас, Мориарти. Сейчас я посажу вас за решетку. Сколько вам можно говорить? Не крал я никакую решетку.
Профессор, снимите головной убор в помещении. Только без фокусов. Хорошо. Мориарти, сейчас ты пожалеешь, что родился на свет. Почему? На самом деле твой отец Сергей Зверев. Ну все, Холмс, сейчас будет финальная схватка. Вы сказали прям как акушерка. Дорогие друзья, на самом деле абсолютно не важно, чем же закончилось это противостояние. Главное, что Шерлок Холмс был великим сыщиком. Как Мухтар!